Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители моего канала. С вами Олег Иварович и его рыбалка на хищника. И хочу сказать, что рыбалка сегодня будет на новой лодке. Лодку мы приобрели в магазине «Ладья». Кому будет интересно, ссылочка будет в описании под видео. Также я вкратце расскажу в ролике о лодке. Лодка оказалась довольно-таки интересна. Ну что ж, давайте посмотрим на нашу новую лодку. Итак, поехали. Ух ты, красавица! Время надо засекать. 12:20. Так, Игорек, у нас тут есть ремкомплект. В ремкомплект у нас входит клей. Клей называется лодка для ПВХ. И латочки там тоже есть. Поменялись местами, сейчас качаю я. Нет, ранец серьезный, батя, такой материал классный. Нет, а лучше их все вставить ее. Ты себе свободно ходил. Проверяем надутие. Да. Спасибо, Павлович. Так, лодочка называется, ребята, «Ладья». «Ладья». Длина 3,30, ширина 1,55 м, диаметр баллона 40, количество гермоотсеков 3, масса 33 килограмма, грузоподъемность 430 килограмм, вместительность человек 3, максимальная мощность двигателя 15 лошадиных сил. Ну и сделано это все в Украине. 12 минут мы затратили, чтобы накачать полностью лодку, встелить пол и поплыть на рыбалку. Все нормально, все очень быстро и удобно. Нашел добрый путь. Так, Игорь уже в лодке. Теперь моя очередь. Так, пока Игорь плывет, сейчас буду готовить якорь. Глубина у нас небольшая, так что особо здесь якоря большого не надо. Взяли вот такую строительную шашку. Сделали отверстие под веревочку. Ну, то есть против хвили я иду, в любом случае, не тяжко. Просто, чтобы чуть длиннее вот эти. Я понял. Подверь, оба, все. Ну да, да. О, якорь готов. А, он орога. На речку тика надо подвозить. Ну что, Юр, первое впечатление про лодку «Ладья»? Пока нормально. После деревянной, конечно. Разница есть, да? В весе существенно. Ну, то есть намного... 30 килограмм, а так килограмм 90. Ну да, да, да. Сзади есть ранец, ребята. Производитель предупреждает не более 15 лошадиных сил. Вот, есть две сидушки. Вот одна моя, вторая Игорь сидит. Вот, в принципе, просторная лодка, баллоны огромные. Вот. Ну, нам пока все нравится. Также здесь вот стоит пол. Стоит, ребята, пол. Да, вот вроде как удобно все, но есть мечта такая прикупить еще, если не ошибаюсь, называется «Сланец книжка». Да, цельный пол. Ну, посмотрим это все в процессе рыбалки мы. Определим, посмотрим, что удобно, что неудобно. Конечно, не хватает двигателя еще к такой лодке. 2,5 лошадки нам бы вполне достаточно было бы. Но мы добрались на новой лодке на свои старые места. Сейчас разбираемся. Я давненько не был на рыбалке. Все как-то времени не хватает. Перевели часы. И по окончании... Вот так, наверное. Вот, я по окончании рабочего времени, я уже не имею времени выйти на водоем. И вот ждешь выходного дня, чтобы немножко посидеть, отдохнуть. И вот сегодня суббота, и у меня, конечно, снова не получилось. У меня буквально 2 часа свободного времени, и все. Так что будем спешить, продолжать тестить мои пульки. В моих роликах вы видели вот такую приманку, где приманка показывала интересные результаты. Скажу вам откровенно, были некоторые там споры на форуме, в фейсбуке, в группе. Браконьерская снасть или не браконьерская. Ну, много ребят сказали, что не браконьерская.
Собственно говоря, вы видели в роликах, как на пульку можно поймать хищную рыбу, мирную рыбу. Вот. Ну, в последнее время рыбалки вообще нету. Так что я пока продолжаю ловить на пулю. Не, ну мы начинаем с пули. А да, да. А там посмотрим в процессе рыбалки. Будем делать замену. Надежда, как всегда, есть. Ой, погода классная сегодня, конечно. Были вопросы в комментариях. Как пуля работает? Работает ли она круглый год? То есть круглый сезон или нет? Ну что здесь сказать? В принципе, она работает практически весь рыболовный сезон. Просто бывают моменты, когда она совершенно перестает работать. Вот. Потом почему-то она снова продолжает работать. То есть вот как бы что-то конкретно сказать не могу. Просто, ну, мне нравится эта приманка, она рыбачит. То есть практически я бы сказал, я начинал весной, пробовал ее летом и продолжаю пробовать сейчас осенью. Результаты были разные, когда лучше, когда хуже. Но самое главное, что в последнее время рыбалки совершенно не было на силиконовые приманки, на вертушки, на колебалки, а хоть что-то показывала пуля. Ну и все же зависит еще много чего от водоема. У каждого разный водоем. Вот. Есть такой водоем, где пуля и вообще может не показать никакого результата. Но, как я всегда говорю в своих роликах, пробуйте, все в ваших руках. Вот когда мы покупаем какую-то резину, там, ну, разве мы знаем, что она будет работать? Нет, мы покупаем, мы пробуем, мы гоняем с ней. И очень часто бывает, когда мы покупаем хорошую, дорогую резину, которая где-то была прорекламирована, что работает на убой, а на наших водоемах совершенно мы не видим поклевки. То есть это говорит о том, что водоемы разные, и рыба в них тоже разная. Так что все проверяется на практике. Ну, первое впечатление о лодке, ребята. Сижу я как дядька, широко, довольно-таки уютно мне. Я доволен. Так, ребята, вот сейчас только что проверили габариты лодки. Сейчас мы с Игорем сели на одно сиденье. Вот, и получается, одно сиденье у нас вообще свободное. То есть, в принципе, Йосипович, мы тебя ждем. Здесь для всех места хватит. Нормальная лодка, все хорошо. У Игоря был клев. Ух ты. Клев был. А я обрадовался. Ты меня злякал, Егорка. Игорь карася забагрил. Это коробчик. Коробчик даже. Карпик так. Он забагрился, карпик. Ну, бывает такая ситуация тоже, ребята. Я ожидал, а удар такой. Да, удар был, все классно. Вот бывает такая ситуация, ребята, забагрился карпик за перо. Ну, плыви, расти дальше. Ну вот, рыбалка есть рыбалка. Это нитка моя. Ты думал, что уже спуская лодка, да? Сейчас у меня спиннинг, ребята, стоит вот. И нитка, а ну юрный грибы. И вам слышно звук нитки на ветру. А Игорь испугался и думал, что это уже лодка спускает. И мы быстренько искали уже берег. Но это была шутка. Продолжаем рыбачить. Сейчас уже я пробую вертушечку. Свою знаменитую, которая рыбачила, когда летом показывала супер результаты. А, к сожалению, похолодало и все. А весла, Игорь, ставь на место весла. Была поклевка, да? Ой, рыба, дивись. Подиви сюда, дай сюда, карась. На пулю. Ребят, карась на пулю. Вот вам, пожалуйста, снова результат. Карась на пулю. Капец. Пец. Не, ну ты сегодня обкатался, ты две мирных рыбы поймал сегодня, а я шеклёва не бачу.
Ну то забагрилась, а ты ее выпустил. Ты по-честному все заделал. Это я бачу рыбу. Ну что не знаю. И знову ты попускаешь палку. Виматую спиннинг, Игорь что стягне. Ох, да ты судака сегодня лупанул, Игорь. Судачище, ёкали мене. Я думал, что зійшов. А? Скільки в ньому грам? Да, і пулька. Та головне, щоб пулька снова, да. Ну, ти сьогодні просто в ударі, я тобі скажу. Ну так нова лодка ж. Нову лодку катаєш. Я ніфіга. А Єгорка сьогодні наш в ударі. Рибу. Він піймав коробчика грам на 400, випустив його. Піймав карася. Маленький такий, грам 150. І зараз судачка піймав. На пулю. То йдіть, подивіться на нашу лодку, йоперний бабай, пацан. Ну я не знаю, Йосипович, ми тут дивилися внимательно, все. Коротше, для тебе місто є тут 100%. Так. Ми вдвох з Олегом сідаємо, не мішаємо. Дивіться, ми її відбирали для трьох чоловік, то все бомба буде. Йосипович, помагайте, помахайте пацанам, здрасте. Ребята, там сидит Йосипович, метров 20 от нас. Вон машет всем ручкой. Сыном своим сидит. Они рыбачат сегодня. По-взрослому. Так, Игорь сегодня в ударе, это стопудово. Две. У него снова поклевка. Ну ты, братан, подожди, карася на пулю, Олег. Знов карася на пулю. Дай сюда. Все. Рубай, братан, карася на пулю по полной прорабе. Да це капец, я же клево не бачив. Значит, встретили мы только что Йосиповича на водоеме. Йосипович со своим Сашей, сыном, рыбачит тоже. Плавал на глубину, но клево тоже не видал. Сейчас поставлю ее в длинную бородку. А вдруг что-то длинное хочет. Ну да. Итак, уважаемые друзья, зрители моего канала, рыбалка моя подошла к концу, к сожалению. Вот, что сказать в результате рыбалки? Я очень доволен своей новой лодкой. Лодка оказалась комфортной, удобной. Ну, в принципе, минуса я пока не обнаружил. Теперь о результате нашей рыбалки. Игорь все-таки разловил свои пульки. Он поймал карпика. Ну, правда, забагрил, но он ее выпустил. Поймал два карася, поймал судачка. Ну, мне не повезло. Видимо, не мой день. Может быть, в следующий раз. Так что, если наше видео было вам интересно, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. Также не забывайте вступать в группу, которая находится на страницах Фейсбука. Ссылочка будет в описании под видео. Задавайте свои вопросы. Всегда вам дам ответы, если я точно знаю ответ на ваш вопрос. С вами был Олег Яворович и его рыбалка на хищника. Всем удачной рыбалки, хорошего настроения. Пока, до новых встреч. Вот мы прибыли в порт. Да.